мы военнослужащие из Донбасса. Обычные работяги, блядь, дети на энергетики, блядь, заводчане, блядь. Оказались на территории России с оружием. 18-летних, блядь. Я, блядь, в жопе, нахуй. Нас все тут нас полегло. Что мы здесь делаем? Нас много полегло. Мы на Сумах, блядь, какого-то хуя. Есть на Ютубе видео, где наших товарищей взяли в плен. На Сумах мы вообще были как в подкове просто и все. Нас поставили. Нас погибло очень много. Так что и что мы здесь делаем? Знаете правду. Министерство обороны РФ, о нас понятия не имеет, что мы здесь делаем. Нас кидают в жопу. Нас незаконно завезли в Российскую Федерацию. С ночами возили. С оружием, без документов, без нихуя. Вы просто люди. Верните нас в Донбасс. Нас с автоматами ставят против градов, артиллерии, минометов. Просим распространить. Которые не стреляют, нихуя, блядь. Обычных студентов, блядь, Кинакива на связи, блядь. Формовка на связи, вся артиллерия на связи, блядь. Шахтер старый Снежное. Всех кинули, блядь. Сказали, умирайте, блядь. 119-я дивизия, 4-й батальон, 1-я, 2-я рота.